Привет всем на канале Fallout TV, игра Fallout 4. Мы, конечно же, продолжаем. А вот мы с вами пришли. Уже погромили Кайф Сити. Здесь ничего не осталось, всех роботов мы тут взрывали, рейдеров поубивали. Все тому подобное. Кстати говоря, некоторое оружие было улучшено. Вот. Там, например, карабин. Но мы это сегодня рассмотрим на верстаке для улучшения оружия, потому что мы еще будем улучшать. Значит, что у нас здесь было? Мы уже здесь были, те же самые рейдеры, ничего особенного. Но так вот, увы, получилось, что запись со всем этим боевым действием у меня благополучно, к сожалению, улетела. Вернее, наполовину не записалась, и очень другие проблемы были. Очень нехорошие эти проблемы с записью почему-то вдруг возникли, и так вот нелепо и плохо все получилось. Поэтому мы сейчас с вами завершаем уже вместе задание, что вот, да, мы здесь были, мы все сделали, а после этого, чтобы не было это видео слишком таким коротким, ну вот, показал я вам это выполненное задание, все. А мы сходим куда-нибудь еще. Вот, ну куда точно не знаю, на, может быть, некоторую вылазку, экспедицию или что-то тому подобное. Вот. Короче, сейчас посмотрим. Роботы можно было, роботов точнее можно было деактивировать на терминале и взорвать их. Ну а рейдеры, что с них брать? У нас оружие наносит уже больше гораздо урон, потому что я добавил этот урон, соответственно, добавил в улучшениях стволы длинные для дистанции, приклады, прицелы. Это на нескольких видах оружия. Боевой карабин и обычный там карабин. Ну и снайперские карабины я выбрал. Такой вот длинный прицел для дальних дистанций. Просто замечательно. Броню у нас ранили. Так вот, тупо говоря. Значит, рейдеров нет. Все. Прекрасно, конечно же. Теперь они будут с минитменами. Молодцы. Поговорим с Гаври. Вот, задание выполнено. Вернемся в санктуаре. Нужно... Хотя можно не возвращаться. У меня есть ядерный блок, кажется. Давайте мы попытаемся. Ну, не знаю. Даже Рейден это потом. Болото. А с болота куда мы пойдем? Давайте мы сейчас посмотрим. Вот у нас что-то впереди неизученное. Мы давайте вот и отправимся. А, нет, не отправимся. Мы плыть-то не можем, у нас броня. Не учел такой момент. Если вот в этом направлении пройти, посмотреть. Ядерный блок удален. Сейчас мы выйдем, поставим новый. Все, теперь идем. Ну вот и все. Проблема решена, как оказалось, да? Что вот здесь такое? Форт Стронг какой-то. Любопытно мне. А здесь еще силовая броня. Т-51. Это мы отдельно вернемся. Хотя как? Давай. Команду тебе. Давай в броню.
Вот и все, пошли. Димова в силовой броне. Замечательно просто. Теперь мы вообще вдвойне опасны. Как бы мост не рухнул от такой мощи. Вот супермутанты, сейчас мы на них потестируем улучшенное оружие. Дыхание задержит теперь идеально, прицел вообще не шевелится, не двигается. Так, тебя мы вроде сняли. Нет, мы тебя неплохо ранили. Сейчас и добьем уже. Вот, жаль, мимо. Теперь у нас шансов однозначно больше, учитывая одну немного давнюю встречу с подобными отрядами. У нас уже опыт имеется. Что-то реально легко, да? Потому что урон есть. Оружие, ну их вот и мало оказалось. Этих супермутантов. Как вот можно заметить. Ну, теперь это Форт Стронг. Армия. Значит, здесь могут быть ядерные блоки. Еще лучше, арсенал базы Форт Стронг. И вот в подсказках было, что здесь вообще в армейских таких местах находятся ядерные блоки, которые нужны для силовой брони, поэтому почему бы и нет, вдруг здесь действительно будут. Давайте посмотрим. Жутковато немного кажется на первый взгляд. Да, здесь передаться может кто угодно и что угодно и все тому подобное. Супермутанты. Вот кто здесь оказывается. Мясник даже. Что ж, наглецы. Тиро, да ты негодяй. Лови. Еще немного осталось, ну и все. Еще у него охотничья микроуглеродная броня синтов. А, синты, мы уже с ними встречались. Нормально. Но меня больше интересует
более интересные вещи. А у нас тоже для вас сюрприз. Теперь мы их тут, этих супермутантов, как-то легко выносим, можно заметить. Более легко, ежели в первые моменты встреч с ними. Можно было сразу, в принципе, открыть. А можно было и не открыть. Что-то тут больше ничего особо и нет. Это мне не нравится, собственно говоря. Никаких других этажей, ничего такого. Что-то нету. Да? Угу. По идее, есть этаж, но как на него попасть? Можно ли вообще еще попасть? А вот там сундучок. Да, этаж есть, но... Как вот туда? Если тут подпрыгнуть, может. Так падает. Давайте тогда попытаемся найти, что ли, не знаю. Найс. Плазменная граната. Не, ну это оружие так себе. По урону брать не будем. Ядерный мини-заряд, но это хорошо. Операция по тайну теперь. Скрытое перемещение, терминалы, все понятно. А вот сейф. Очень сложно. Но мы уже можем открыть способность для очень сложных сейфов. Что-то на этаж выше никак. Вот в самом деле. Или мы где-то что-то упускаем? Так, вроде нет. Вроде-то и не упускаем. По кругу вот ходим который раз. Ну если что, может... А, если разве что здесь попытаться подняться или зайти с другой стороны в здание. Наверное, здесь. Мне кажется. Да. Ну вот и все. Разобрались. Правда, как-то странно мы разобрались. Только сюда лишь можно подняться и все. Странно. А как туда? Наверное, так же забраться, но только не в силовой броне, видимо. Силовая броня аж тяжелая. В принципе, да. Подзавалили, все порушили. Нет, получилось. Только я еще тоже сомневаюсь, что тут что-то полезное будет. За
заодно посмотрим, как сюда можно попасть-то, а? Так, дверь. Так, ух ты. Ядерный блок. Ну вот, не зря. Как оказалось, да? Поэтому можно будет побегать уже в силовой броне. Поднакопили блоки мы. Туда бы как-то. Парик. Ой, не, не надо. Такой радости нам не надо. Ну и все, давайте теперь выходить отсюда. Да, прям рядом все здесь. Выходим. Уже. Побили броню вообще, негодяи. Луна. Вот, ну на этом мы давайте завершим. Обязательно продолжим. Большое всем спасибо за просмотр и до новых встреч.